А как вы так сюда спрятались? Это что, мы куда, на Первый канал попали? Вы остыть, да, сюда заехали? Перегрелись? У вас бампер прям в кустах, ля. Просто отдыхаете или... Че, жарко, да, или что? Кондиционера нету, а да? Кто же говорил, что будет легко? Ну вы даете. Здравствуйте, здравствуйте. А с кем имеем честь? Старший лейтенант полиции, старший инспектор, старший лейтенант полиции. Дайте подержаться за ОТР. Да? Инспектор ДПС, старший лейтенант. А что у вас, патруля? Ну, бывает так, да, втроем. Наверное, машину хватает, да? Транспорт? Сейчас чуть единицу замечу. Ну а вы на своих как раньше, что? Я извиняюсь, конечно, вы нас хотите провоцировать на скандал? Не, а что же вы? Есть какие-то заявления или предложения? Конечно. Нет. Вы заявите службу несем. Мы не службу несем, мы ждем наряд, который приедет сюда. Как вы можете здесь ждать, в кустах? У нас обед, почему в кустах? Ну, а как? А что, служба слишком тяжелая или что? Решили так, расслабиться в тенечке или как? Вы постойте на заре тоже. Так подождите, вы же раньше из-за этого уходите. Ну, да. Заслуженный чему, отдых. Почему этот разговор? Расскажите мне, вы раньше уходите, постояли этот разговор. Постояли, мы поехали. Не, ну представьте, я тоже на работе захотелось мне, я куда-то там поехал отдохнуть и уехал. Молодцы, это вы, наверное, молодцы, да? Ё-моё. Ну, в общем, ребята, я не знаю, смотрите, как вы на все это смотрите. Очень хотелось бы узнать ваше мнение. Ой, ну свет, ну что же свет не включили? Поехали. Поехали служить на солнце. Жалко, мне очень жалко этих людей. А что, свет не включили, поворот не указал. В кустах нес службу. Когда трогался, свет не горел. Уставшие, поджаренные на солнце гаишники. Это представляешь, надо как? Улица, надо, короче, улицу. А, улица на магазине есть. И заявление принять. Службу они несут, тут что-то, экипаж какой-то. Решили не служить, в кустах отсидеться, да? А если война начнется, как они будут служить? Тоже в кусты спрячутся? Ой-ой-ой. Ладно, ребята. Спасибо за просмотр. До свидания.